Здравствуйте. Здравствуйте. У меня проблема такая. Деньги все на вокзале украли. Чаечек бесплатно. Могу вас попросить? Конечно, братан, конечно. Вот делай. Что, что будешь, братан? Что-нибудь покушаешь? Желательно? А у меня денег. Давай я тебе шаурму делаю, отпущу. Мне неудобно, брат. Когда у тебя деньги будет, потом отдашь, братан. Ты ничего не стараешься. Другу тоже половина делай. Вип шаурма бомба, брат. Делай вот. Смотри туда. Сирочку, грибочку положи, картошку, бомба. Пока шаурма готовится, давай, блядь, покушай, блядь, говядина вот. Постави его, брат. Сейчас минуточку готов будет, братан. Чё, страшно. А за что мне это? Ну, вдруг мне тоже кто-то поможет, братан, ничего, так, бывает. Сегодня у тебя, завтра у меня такое ситуация, ничего страшного. Готов шаурма, похавить. Братан, обчитаем, брат. Мне очень. Дай Бог тебе здоровья, брат. Пожалуйста. Да, мне очень неудобно. Ничего, братан, ничего не страшного. Дай Бог тебе здоровья, брат.